Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Gadget Mania и запоздавший выпуск топ-3 в 2016 году. И я думаю, что вам будет интересно. Давайте уже поговорим. Так, новое видео, мы начинаем. Поехали! Ну, в первую очередь хочу поздравить всех с прошедшим 14 февраля и наступающим 23 февраля, и, конечно же, не так далеко праздник 8 марта. В этом видео я хочу вам познакомить с магазином, который в последнее время стал одним из моих самых любимых интернет-магазинов в Китае. Магазин называется Everbuying, ссылочки будут теперь в описании к каждому нашему видео. Здесь вы можете найти скидки на довольно-таки популярные модели смартфонов, планшетов, аксессуаров, умных часов и так далее и тому подобное. Здесь я заказывал планшет, точнее с паблет Xiaomi Redmi Note 3. Здесь же, скорее всего, будет заказываться и в дальнейшем всякая продукция. Можете пройти, ознакомиться, какие же скидки сейчас есть на данный момент. Из интересного это скидки на продукцию от компании Xiaomi, но у нас уже было видео. Сейчас Китай отмораживается, то есть начинает продавать, входить, скажем так, в рабочий ритм после своих новогодних праздников. У некоторых интернет-магазинов они еще до сих пор не закончились. Ну, в общем, в любом случае, как бы здесь действительно можно найти интересные предложения. Из тех, что я могу вам порекомендовать на сегодняшний день, это, наверное, Ulefone Power, короче. Давайте отключим автоматический перевод. Из написанного мы можем понять, что здесь очень емкий аккумулятор. Вообще компания Ulefone в последнее время семимильными шагами идет, скажем так, к покорению не только китайского рынка, но и, соответственно, рынка стран СНГ. И за скромные 13 852 рубля вы сможете получить. Я, кстати, вам хочу порекомендовать сразу, давайте, чтобы не было потом на меня оговорок, что это не 13 тысяч, просто почему-то автоматически считает не совсем правильно. В общем, за $180 вы получаете неплохой фаблет 5,5 дюймов, такая же диагональ, как и у большинства смартфонов конца 2015-16 годов. Я думаю, тенденция будет на протяжении всего 16 года. Примечательность этого смартфона заключается в том, что здесь за довольно-таки скромный, скажем так, ценник по нынешним меркам. Кстати, доллар немножко откатил свои позиции, сейчас стоит порядка 77 рублей за 1 бакс. Вы получаете очень емкий аккумулятор. Вы получаете стандартный, в принципе, за эти деньги процессор 6753 с такой частотой 1,3 ГГц. Вы получаете 3 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ постоянной памяти, Full HD дисплей, 13-мегапиксельные 5-мегапиксельные камеры. И самое что интересное, здесь у нас очень емкий аккумулятор на 6050 мАч. Я думаю, что этого аккумулятора должно хватить вам на 2 дня интенсивной работы. Не знаю, может быть, со временем мы закажем этот смартфон к нам на канал на обзор, время покажет, но сейчас я могу вам рекомендовать данную модель телефона вот по вышеперечисленным показаниям. И если мы и будем брать смартфон, то мы будем брать смартфон вот в такой вот, скажем так, деревянной задней крышкой. Пожалуй, все. Что касаемо Everbuying, я вам сказал, проходите, очень хороший магазин. Здесь еще есть такая особенность, что они отправляют, если у них написано отправка в течение 24 часов, то магазин не врет насчет своих стоков. Так что я думаю, здесь вас не обманут и действительно быстренько отправят товар, и товар пройдет. Просто пощелкайте, здесь надо просто действительно поймать интересную акцию и действительно сэкономить денег. Итак, следующим магазинчиком у нас будет магазинчик tomtop.com, официальный партнер канала Gadget Mania, партнер по нескольким позициям, потому что там действительно хорошие цены, действительно наличие стока, то есть не врут по тому, что есть на складе, достаточно быстро все это дело отправляют, очень хорошо работает поддержка, очень хорошо работают менеджеры. Не так давно у нас прошел розыгрыш от этого канала, очень надеемся на то, что менеджерам магазина это все дело понравилось, и, скорее всего, в ближайшее время, может быть, мы сможем организовать еще один розыгрыш с помощью данного интернет-магазина. Ну а пока у нас на рассмотрении позиция HOPTOM HT7 Pro.
улучшенная версия ультрабюджетного смартфона. За скромные $89.99 вы получите все то же самое, что было в HT7 простой. Но при этом здесь, скорее всего, добавилась у нас оперативная память. Батарейка, по-моему, такая же осталась. В общем, улучшенная версия, разница $20, 1 гигабайт оперативной памяти добавилась. И я считаю, что этот смартфон обязательно должен побыть у нас на обзоре, на канале. Вот, в нашем канале, потому что было бы, в принципе, интересно посмотреть на эту компанию и в дальнейшем, как они себя будут позиционировать на рынке. Проходите, все ссылочки будут, конечно же, на все товары в этом выпуске топ-3 в описании к этому видео, и я надеюсь, что вам данная подборочка понравится, и вы поставите свой драгоценный палец вверх. Магазин TomTop и смартфон HomeTop HT7 Pro. Я вам уже говорил о своем отношении к магазину, к другому магазину, интернет-магазину GearBest. На самом деле очень сильно в моих глазах они испортились в плане отправки, в плане своего вранья, в плане оформления инвойсов, в плане оформления таможенных документов. В общем, по всем фронтам они, извиняюсь за выражение, обосрались передо мной, как перед потребителем. Особенно так я с ними не сотрудничал. Единственное, что там действительно есть некоторые позиции по интересному ценнику, но я впредь, пока мы не найдем общий язык, пока они не наладят свою политику общения со своими покупателями, пока они не начнут разговаривать нормально, скажем так, даже дело не в разговорах, пока они действительно не начнут относиться к своему потребителю как к людям, а не как к какому-то, знаете, заплатил бабки и типа гуляй, Вася. Я этот магазин в рубрике топ-3 показывать не буду. А сегодня у нас последний завершающий магазин, это banggood.com, неплохие ребята, все дело нормально отсылают, тоже можно по срокам, но это не от них все зависит, по доставочке последняя посылка у меня от них шла порядка 85 суток, но она пришла, это у нас сейчас на обзоре находится небольшой, но при этом офигительный мини-дрон. А давайте поговорим о телефоне Bluebow, отключим автоматический перевод. X-Fire 2, 5-дюймовый смартфон на Android 5.1, как мы можем увидеть из описания. МТК-шный процессор 6580 на 1,2 ГГц. Сегодня такой выпуск ультрабюджетных. А что делать? У нас кризис в стране. Вы можете выбрать среди трех, даже четырех расцветок. Это у нас космический серый, золотой, розовое золото, как это сейчас популярно, и серебристый. Интересность этого смартфона заключается в следующем. Во-первых, он не работает в сетях 4G, мы понимаем из описания, работает 2G, 3G соединения. Неплохой дизайн. Тут описывается о том, что 2,5D практически сейчас во всех смартфонах применяется. За эти скромные 5800 рублей вы получаете смартфон со сканером отпечатка пальцев. Тоже бы хотелось бы посмотреть, как это все работает в достаточно недорогом железе. И вообще смартфон сам по себе небольших денег стоит. Android 5.1, 4-ядерный процессор. В общем, все здесь так круто, показывается о том, какой этот смартфон великолепный. Вот этот вот внешний вид, если честно, напоминает заднюю сторону Galaxy, смартфонов Galaxy S6 и S6 Edge. Камера точно так же выпирает. А вот этот вот сканер отпечатка пальцев напоминает таковой в смартфонах от компании Huawei, в частности в Honor 7. На тот смартфон, который я упомянул, есть видео на канале, можете пройти и ознакомиться в разделе обзора на смартфон. В общем, друзья, подобрали такую вот подборочку. Этот смартфон стоит 5900 рублей. Я думаю, что для тех, кто хочет на руки получить довольно-таки стильный, интересный смартфон. Здесь, конечно же, есть две симки, microSD, все дела. В общем, все это дело. Единственный минус этого смартфона, это, наверное, 1 гигабайт оперативной памяти. Но, в принципе, с голым Android 5.1, я думаю, что здесь никаких проблем не будет. Во всех вышеупомянутых телефонах, кроме Unifone, то есть, соответственно, в двух упомянутых телефонах Bluebow X-Fire и HomeTop HT7 Pro диагональ экрана у нас, вернее, разрешение экрана HD, поэтому звезд неба не хватает, и
На этом, пожалуй, все. В общем, вот так вот сел, записал для вас небольшой такой короткий выпуск «Надо с чего-то начинать» этот год в плане выпусков шоу ТОП-3. Я думаю, что в дальнейшем будущем мы можем выстроить какую-то другую стратегию ведения данных видеороликов, но на данный момент все это происходит в скринкаст в таком формате. Всем большое спасибо, обязательно подписывайтесь на канал, проходите в группу ВКонтакте, совсем скоро увидимся, будут видео на канале, тут мы начинаем уже стримить, у нас сейчас проходим игру, боремся с фризами и лагами, тоже обязательно поддержите, посмотрите, поставьте палец вверх, нам будет очень приятно, если вы это сделаете. Есть группа ВКонтакте, есть у нас сайт gadgetmania.ru, и там вы можете сэкономить на своих покупках в интернете, в частности, подобрав себе купон, для того, чтобы действительно какую-то энную сумму денег оставить у себя в кошельке, а не отдать продавцам в интернет-магазинах. Ну, теперь точно, наверное, все. Всего доброго. Пока-пока.